Всем привет, ребята, меня зовут Миша, и сегодня я со своей человечкой Русланой расскажу вам, что такое Миш, фурминатор. Да, фурминатор, извини, я забыла. Фурминатор – это такая расческа, которая нужна для собирания старых волос собаки. Сверху есть такие два болтика, которые держат пластиковую пластину. Также тут есть вот такие маленькие заостренные зубчики, которые собирают шерсть. Также тут есть вот такая вот удобная прорезиненная ручка, которая подойдет удобно для ваших пальцев и вам не будет ничего натирать. Еще здесь есть вот такая кнопочка. Ты на нее нажимаешь, и выдвигается такая заслонка, которая убирает всю шерсть с расчески. Миш, сейчас будем расчесываться. Затащи людей, Аманы. Что-что, Миш? Говорю, день сегодня хороший, злобные человеки. Так, вот так вот мы прочесываем, сильно не надавливая. Так, если мы надавим сильно, то можно повредить кожу. Вот столько мы начесали. Смотри, Миш, это твое. Да ладно, я не тупой, в отличие от некоторых. Так, теперь мы нажимаем на кнопочку, и у нас вся шерсть легко убирается с форминатора. Вот столько шерсти. Вот так вот мы прочесываем. Эй, аккуратнее, мне вообще-то неприятно. Хорошо, буду стараться осторожней. Так, вот мы прочесываем. Вот так вот чешем. Ну ты чё, я же сказала осторожней. Ну все, извини, не специально. Вот мы вот так вот чешем. Сильно давить нельзя. Я тоже сильно не давлю. Вот и столько у нас шерсти много получается. На форминаторе собирается вся старая шерсть собак. В общем, ребята, сейчас вам расскажу плюсы и минусы форминатора. Ой-ой-ой, рекламная пауза. Плюсов больше, поэтому мы начнем с них. Первый плюс заключается в том, что у форминатора очень удобная прорезиненная ручка, в которой очень удобно его держать нашим человеком, и ничего не будет натирать. Второй плюс заключается в том, что нашим человеком очень удобно нас расчесывать. Маленькие зубчики хорошо прочесывают шерсть и собирают те волосинки, которые нам уже совершенно не нужны, и нам становится вообще не так жарко. И также третий плюс заключается в том, что можно легко нажать на кнопочку, и вся шерсть уберется с расчески. И это очень удобно. А сейчас перейдем к минусам. Первый минус – это цена. Цена достаточно большая. Она начинается от 400 до 5000 рублей. Да, и такие цены сейчас бывают. Это слишком дорого. И второй минус заключается в том, что неопытный владелец фурминатора может порезать нам кожу, что не есть хорошо. Ребята, если вам понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. И пишите в комментариях, какие бы видео вы хотели видеть на нашем канале. И всем пока!